Ульяновском районе большое спортивное событие. В поселке Еловое проходит гонка «Лыжня России». Как ее осветят? Журналисты местной газеты напишут заметку. Мы, краевой телеканал, дадим небольшой материал в вечерний выпуск. И этим все и закончится. Все самое интересное останется за кадром. Так было до сих пор. Но теперь у Емельянова есть свое телевидение. Вот этот парень с маленькой камерой. Репортер, оператор, режиссер, а теперь еще и местные селебрити. Совсем скоро будет дан старт, а пока готовимся. Судьба чиновника Емельяновской районной администрации Ивана Матюнина круто повернулась месяц назад, когда мы раздобыли для него камеру. Замигала. Отлично. Значит, запись пошла. Все, вот пошла запись, да? Супер. Научили ей пользоваться. Вот этого вот в кадре. Вот чем меньше, тем лучше. И провели мастер-класс по видеомонтажу. Монтаж? Где начинается? Правильно, в голове. Вот. Соответственно, прежде чем монтировать, мы должны придумать, что мы будем монтировать. Потом первая съемка. Хор «Качинские зори», межпоселенческий дом культуры. Иван очень волновался. Можно как-то покучнее? Как-то покомпактнее, нет? Или они так и будут все растянуты, да? Покомпактнее, сгрудились. Потом все пошло совсем не так. Иван от волнения не уследил за своей камерой, и выступление не записалось. Нашему герою пришлось уговаривать хор заново собраться на внеочередную репетицию. Только Тор смог спасти ситуацию. Первый видеоблог все-таки вышел вовремя. В последнем сезоне проекта «Дари добро» мы хотели показать муниципальным образованием края, как можно недорого и со вкусом рассказать миру о жизни в своей деревне. Любые события, таланты, человеческие истории – все это в наше время довольно просто снять и выложить на YouTube. Популярность обеспечена. Идея замечательная, да, и я очень рад, что вот Иван Матюнин в этот проект вошел. Да. Я считаю, что он может очень многое рассказать, очень многое показать о нашей жизни. Я только двумя руками поддерживаю. На этом все, то есть совсем все. Проект «Дари добро» прекращает свое существование. Мы еще подведем итоги всех 4 сезонов, вспомним наших удивительных героев и не раз встретимся с ними. Свои же силы мы направим в новые проекты с новыми же названиями и концепциями. Однако «Дари добро» мы уже никогда не перестанем. Виктор Самусенко, Андрей Панкрац. Новости.